Пилот гражданской авиации – престижная и важная профессия во всем мире. Тысячи юношей с раннего детства мечтают стать летчиком и покорять небо. Ульяновский институт гражданской авиации готовит одних из лучших пилотов страны. В этом году из стен образовательного учреждения вылетит не одна сотня будущих командиров различных воздушных судов. Среди них свой долгожданный диплом по этой мужской специальности получит первая в вузе девушка. Это была мечта детства после первого полета в качестве пассажира. Просто очень полюбила небо. Только пилот, и никак иначе, решила тогда маленькая Аня. В семье долго не могли смириться с выбором дочери. Все-таки такая ответственность и опасность. Но видя, как счастлива их маленькая пилотесса, родители поддержали выбор дочери. Так Анна стала первой девушкой-пилотом в институте. 5 лет назад у нее появилась вторая улетная семья. 200 юношей и одна Анна. Мой первый полет проходил в декабре зимой. Чувства были потрясающие, просто невероятные, потому что мечта, она начала осуществляться. И просто каждая секунда полета приносила колоссальное удовольствие и осознание того, что все это не зря и все выбрано действительно правильно. Анна стала примером для многих девушек. Сейчас в институте она уже не одна представительница слабого пола. И хоть их процент невелик, преподаватели отмечают характерные особенности пилотесс. Вы знаете, я могу отметить, что на самом деле девочки, как-то мне кажется, больше впитывают информации быстрее. Но я не могу сказать, что они там как-то лучше или хуже, да, просто впитывание информации, да, идет чуть-чуть побыстрее, конечно, на мой взгляд. Среди парней девушки-пилоты, конечно, пользуются успехом. Молодые люди стараются помогать сокурсницам, а иногда даже спрашивают у них совета. Гордые юноши даже готовы признать некое превосходство девушек в пилотировании. Девушки более ответственные, чем парни, может быть. Но у мужчин какая-то больше самоуверенность при выполнении полета, а девушки как-то более стараются соответствовать всем требованиям, выполнять все четко по инструкции. В Международный женский день девушки-пилоты не обделены вниманием своих сокурсников. Но если для обычной девушки на 8 марта достаточно цветов и внимания, то как удивить сильных характером пилотесс? Я думаю, девушки-пилоты тоже будут рады букету, а тем более от юношей, которые им не безразличны. Поэтому они хоть и пилоты, но они же все-таки девушки, и им приятно, когда им дарят цветы. Ну, а так, может быть, какой-нибудь тортик в виде самолета тоже и вкусно, и приятно. Скромная Анна еще не привыкла к прицелам телекамер. Внешне хрупкая девушка уже имеет более 100 часов налета. Позади остались бессонные ночи за изучением теории и волнения перед практическими занятиями. Впереди ее ждет собеседование в лучших авиакомпаниях страны. После чего она сядет за штурвал самолета и с гордостью произнесет приветственную речь командира воздушного судна. Кристина Жакот, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.